Мы рады приветствовать вас на портале интернет-свиданий «Море любви». Здесь вы можете быстро, а главное безопасно, найти себе вторую половинку в условиях пандемии. Чтобы отправиться на поиски счастья по нашему «Морю любви», вам нужно всего лишь заполнить необходимые данные в анкете о себе и о будущей половинке. Аленочка, тебе супчик принесла. Покушай давай. А что ты тут делаешь? Да, смотрела. Кажется, прыщик на носу соскочил. Понятно. Фотографию оставлять не обязательно, ведь главное – душа. Аленочка, ты только поаккуратнее в этих видеочатах. А то я Малахова смотрела. И знаешь, там сколько сидит этих озабоченных. Мам, это не просто видеочат. Это интернет-свидание. Интернет-свидание? Ой, ну наконец-то! Какая ты молодец! А кто он? Мам! Ой, ну все, поняла. Я ухожу. Алло. Алло, меня слышно? Да. А меня? Тоже. Ты невидимка? Да не, я просто расческу уронила под стол. Не могу найти. А ты... Кот? Да не, мне просто вчера на самую перегородку исправляли. Теперь весь в бинтах. И лучшее зрелище. Ты сама слышишь. Понятно. Ой, погоди, ко мне соседи пришли. Сейчас, я быстро. Я тут тебе косметичку принесла. А то кто ходит на свидание? Чего, далеко? Подожди, Даша, дойди пока. А я все маме расскажу. Иди пока с обезьянкой поиграй. Да ходят тут, косметику предлагают рекламщики. Ты где же эта расческа-то? Ты стесняешься себя? Да нет. Чего ты взял? Да ладно тебе. Покажи. Да нет. Я сначала расческу найду. Все равно мне смотреть даже не на что, кроме кота. Ну давай я тебе напомню в конце свидания про расческу. Я уже про нее точно не забуду. Правда? Вот она. Я уже почти. Сейчас дотянусь только. Я за батарею завалилась, ты представляешь? Ну давай. А-а-а! Ален, ты чего там? У меня рука застряла. Батарея? Да. Да где еще? Ай-яй-яй-яй. Подожди, а как ты теперь оттуда выберешься? Да все нормально, я потом позвоню кому-нибудь, чтобы пришли помочь. Ну или сама. Расскажи пока о себе. Алена, у тебя все хорошо? Да, соседи, какая слышимость. Да, Елизавета Ивановна, все хорошо. Какая Елизавета Ивановна? Ты что, головой ударилась? Леша, иди быстрее сюда. Кто там у тебя? Чего? Алена заперлась, потом как закричит, а сейчас черт знает, что говорит. У нее может сотрясение мозга, а дверь закрыта. Что нам теперь делать? Алена. Это тебя зовут? Алена. Ты чего? Чего? Ломать будем. Другого без сознания уже там. Стоп! Вы можете меня оставить в покое? Мне уже 20. Да не важно, сколько мне лет. Я уже не маленькая. Алена, да я так сильно испугалась. Просто ты так странно кричала. Я сейчас выйду и все объясню.
доволен, кот? Ну, если честно, ты только не обижайся. Просто ты не в моем вкусе. Что? Не в моем вкусе. Ну, Алена, без обид. Я тебе советую вечером тут искать на будущее. Я вчера заходил после операции. Он онлайн куча людей. Ты обязательно найдешь кого-нибудь. Подожди. Ты подрался с кем-то, что ли, что нос сломал? Да не, просто дышал плохо. Вот и сделали. Я вообще-то не хулиган какой-то. То есть плановая операция? Ну да. Ой, а кто это у нас тут такой стесняшка? В смысле? Я не понимаю, о чем ты. Котик, сейчас плановых операций-то не делают. Я еще неделю назад в новостях читала. Карантин. Давай, показывай свой нос. Я просто очень плохо дышал. Я еще чихнул неудачно. И у меня перегородка вообще почти поперек носа стала. Начнем.